Если вы хотите столько же монет, столько роботов, и чтобы это все было у вас на лицензии, просто следуйте моей инструкции, и у вас все это появится. Приятного просмотра. Погнали. Всем привет, с вами Джизмер. Сегодня у нас будет взлом игрушки под названием «Живая сталь». Взлом будет не трудный, но и нелегкий. Нелегкий, потому что вам придется обзавестись Фейсбуком. А легкий, потому что взлом вам придется скачивать из браузера. Для начала сделайте все, как я вам покажу на данном видеоролике. И вы будете очень довольны результатом, так же как и я. Я просто решил поэкспериментировать и открыл данный взлом. Все, приятного просмотра вам. Качество немного похуже, потому что я сейчас записываю с другой программы. Для начала нам нужно зайти на сайт, на который будет ссылка в описании. После этого скачать кэш, то есть инструкция. И сам APK файл. Только не простой, а именно мод, который находится чуть ниже обычного APK. Он весит немного побольше. Примерно на гигабайт несколько, но его очень легко отличить по, именно по названию мод. После этого заходим, скачиваем и ждем установки данного файла. Я случайно нажал на обычный, но это ничего страшного, так как у меня уже все готово. И вам нужно просто делать все, как я вам сейчас скажу и покажу. Все. Сейчас у нас с вами идет загрузка игры, поэтому немного подождите. Скоро появится на экране тайм-код, который вам покажет, насколько вам нужно перемотать видеоролик, чтобы перейти к делу. Специально ничего не вырезал, чтобы вы ничего не думали. Ждем. Теперь обязательно мы должны войти в Facebook. Для того, чтобы войти в Facebook, нужно зайти в настройки. Настройки у нас находят вот в данной вкладочке, нажимаем на них и ищем кнопочку Facebook. Тоже нажимаем на нее. После этого нам открывается такая вот окошечко, и мы нажимаем «Войти». И после того, как мы вошли, логинимся или регистрируемся. Мне это уже делать не надо. После этого мы должны сохранить прогресс. А чтобы сохранить прогресс, нужно опять же зайти в настройки. Ну вот. Сейчас я вам покажу, как это сделать. Просто в данный момент я забыл вырезать. Я это уже сделал после того, как отмонтировал видеоролик и начал его озвучить, поэтому я не могу. Все, сейчас мы с вами будем заходить в настройки и это все делать. Нажимаем настройки и ждем на облако, которая снизу под Фейсбуком. Когда мы на нее нажимаем, у нас начинается сохранение игры. Вот, сохранить нажимаем. Все, у нас идет сохранение. После этого мы должны удалить игрушку и скачать ее с Play Market. На этом все. Потом опять же заходим в Фейсбук и сохраняем наши данные. Всем удачи, всем пока.